Ребята, с вами Сани, мы канал Мисс Сани, с вами я поеду на тренировку. Привет, друзья, всем. Ну что, наконец-то мы едем сегодня на Санину тренировку. Сегодня. Саня готовится, вот одела новые штанины, одела... Но это старые, но теперь уже новые, потому что те, которые новые, теперь они уже старые. Ну, знаете, как у детей бывает. Так она вытащила эти другие свои штанишки и теперь собирается. Подожди, а ты будешь одевать эти, как они? Нет? Ай, с носками. Ну, так все тогда. Шлем есть. Шлем. Что там еще у тебя? Вкусняшку мы уже не будем. Нет, так может, маме мы морковку уже не успеем, наверное, купить. Как ты думаешь, или успеем? Успеем? И посмотри, сколько. Нет, 10 минут до 4:30, нам ехать все равно 20 минут. Ты хочешь еще поехать? Нет, так уже поехали. А так может эти вкусняшки мне взять нет, с собой? Бери, совсем не брать? Бери. Ну мне жалко, там бери. Приходишь, ну как они хотят? Ну не бери, пожалуйста. Ну пожалуйста, ну. Подожди, так что нам надо теперь собраться еще? Шлем и все, ну хорошо, тогда. Тогда поке, до свидания. Поехали. Саня, покажи шлем. Саня одевает его в машине, потом говорит, мама, мне голова уже устала. Нет, она тяжелая становится. У-у-у, поехали. Почему соль тут, это где тут намусорили? Почему дома мусорим, а? Поехали. Ну хорошо, сейчас я подожду. Она на меня не никогда не видела себя в зеркале. Ну давай прихорошись, давай покажи. Давай, ну иди туда. Ага, давай, подожди. Ты дальше, дальше. Ну подожди, давай. Подожди, я еще иду. Подожди. Ну-ка. Раз, два, три. Там-да-да-дам. Еще надо в зеркало. Ну давай, все хорошо, я пока тогда выключаю камеру. Короче, мы хотим поделиться с вами тут в наших конюшнях два. Новые. Смотрите, каких красивеньких. Они очень маленькие. Жеребца, жеребеночка маленьких. Только я не знаю, как их зовут, Сани. Вот, может, тут нет? Нет. Тут написано. Да, так может они еще имен не имеют. Ну, подожди, я сейчас постараюсь вам показать. Вот один, а вот все, там мамочка, такой... Пошли. А куда пойдешь? Так надо уже это. Ну так что, еще встретимся. Пока. Сегодня Саня на другой лошадке. Ой, извините, немножко лошадка стала делать свои дела. Сейчас я вам покажу, как происходит тренировка. Саня, смотрю, волнуется немножко. У меня сегодня... Будет немножко разбег, и теперь как раз место освободилось, потому что сегодня очень насыщенно, так много детей и взрослых тренировки происходит, поэтому я уже теперь взяла камеру, чтобы вам показать, как тут все происходит у Сани. Она волнуется, я смотрю немножко, потому что это вторая тренировка, она еще к этой лошадке не привыкла, но она эта лошадка суперская. 18 лет этой лошадке, она умница уже, разумница. Видите, тренер ей показывает всякие упражнения, как управлять лошадками, пока я их оставляю тогда. Это маленький! Ну все, тренировка кончилась, с Саней мы пришли немножко тут повеселиться со всеми лошадками, потому что Саня очень любит с ними. Посмотрите, какой милый он. Какой он ласковый весь, ой, тепленький, Саня, какой супер. Саня, как красиво. Маленький. Ой. А тот, видишь, бояка, боится немножко. Вот это. Ай. Он такой красивенький. Такой красивенький. Ну, кого еще мы тут можем позвать к себе? Мама.
на ласку, на обнимашки. Уже понемножку темнеет. У нас уже сколько тут время? Вот. Поэтому уже все лошадки, наверное, сейчас пойдут спать. Да, Майя. Ой, красавица. Где? Вот это. То у нас кончилась уже тренировка. Мы выходим. Я еще вот хочу сказать, вот через эти окна я видела, когда я там ехала, ну, на лошадке каталась, там в бильярд играла. Там день рождения Сани сегодня у кого-то. Откуда знаешь? Ну, я видела через окна. Нет, это там этот маленький мальчик. Который... Да? Так там, может, у них приехали какие-то нибудь друзья? Нет, это эти люди, которые, ну, которые... Ты видишь, сколько машин в паркинге? Видишь? Я видела, что там люди празднуют, когда ты каталась. Ну, так там, когда может, тебя... этого мальчика? Может. Сына? Может. Давай, открывай тогда дверцы и понемножку будем. У меня тайный. В карманчик. Тебе не холодно? Но слушай, сегодня тепло. Классно. Открыла? Молодец. Ну что, залезаем тогда понемножку. А где мой? Ну я там все положила, твой. Ну так все. Поехали. Ну вот, мы уже после тренировки приехали в Апонимунис. Не знаю, как называется, но понимаю. В лес приехали. Приехали с Мисаней в лес, а тут дождик моросит. Вот, смотрите, как дождь. Сейчас я покажу. Вот, как мы окна открыли. Хочешь, может, идти прогуляться? Нет. Саня, ты знаешь, что я сегодня читала в газете, что в понедельник приходит бабье лето к нам. Ура! Ты представляешь, знаешь, до 19 градусов тепла будет. О. Это что-то. Я себя вижу. Ну, где? В зеркале. Да? В зеркале. Ну, моросит очень. Там смотри, сколько... Подожди, я сейчас немножко включу, чтобы немножко... Вот, смотрите, сейчас покажу, сколько лебедей. Видно? Вот. Подожди, сейчас. Выключи это, чтобы не эти... Так? Вот так, да, молодец. Вот, смотрите, лебеди. Я умею! Ну, короче говоря. Так вот. Саня, устал. Начинается дождик. Слышишь? Как о, смотри, стучит будет. По крыше. Ай, нет, эта машина, наверное, едет. Ага. Не надо, Саня. Балуйся, не надо, тут там... Устала ноги. Ну так давай немножко... Знаешь, Саня, давай расскажи... Потому что я посмотрела, как я делала съемку, я посмотрела там, наверное, никто не поймет, почему там у тебя такие были странные какие-то упражнения, почему тебе тренер говорил. Это не упражнения, я хотела подняться в галоп, но мне не получалось, и он не понимался. Почему у тебя не получилось в галоп? Скажи. Он был лентяй, если ему перед мной были еще две тренировки. Ай. Ты про этого Щермиса говоришь? Про белого этого коня? Да. Ну, я бы не сказала, что он лентяй. Я бы сказала наоборот, что он очень хороший. Я не знаю, я правильно сказала в ролике, что ему 18 лет? Да. Ну вот, я потом, знаешь, как-то, упс, думаю, может, ему совсем не 18 лет. 18? 18 лет ему, ну да. Вот. Это уже для лошади, это очень такой, да, солидный, как говорится, возраст. Но он не кастрат, он этот... Жеребец. Жеребец. А это хорошо или плохо? Я ничего не понимаю. Давай расскажи. Да, так. Закрой, может, окошко, потому что у меня тоже как-то открыто. Я слушаю, что тут не представляю. Ну, да. Так, ну что, наверное, мы с тобой, наверное, не дождемся твою эту подружку. Да? Да. Не знаю, что делать тогда. Поедем тогда. Но мы очень хорошо сюда приехали, потому что нам очень тут хорошо домой попасть будет. Ну, день сегодня был так. Завтра Саня, не завтра, а послезавтра едет с классом. В экскурсию, в Куресики. Жалко, я бы тебе дала камеру, ты бы поснимала что-нибудь такое. Саня! А когда обещанный ролик? Сегодня. Давай, снимем. Ой, бьяху!
Сани, пип! Что это такое было только что? Нам закроют канал. Ты что, совсем? Пип, пип, пип! Вот, смотрите. Сделаем обязательно нет, ролик. Не говори, не говори. Не буду говорить. Все, давай, Саня, дай 5, ставим лайки, подписываемся. И всем пока-пока-пока!